Во время одного из стримов вы сказали, что ликвидация гессенских – это частный случай уничтожения аристократии, начавшейся в XIX веке. Кто и зачем стал убивать аристократов? Ну, стало убивать их просто экономическая и транспортная ситуация стимпанка, которая также изменила стимпанк, это начиная с 20-х годов 19 века по 70-е и 80-е годы 19 века. Резко была изменена мобильность населения, так сейчас возможность посещать другие государства и так далее. И это резко изменило ситуацию с подготовкой и осуществлением террористических актов. И спецслужбы того времени оказались просто беспомощными, поэтому все больше и больше монархов, членов королевских семей начинали убивать, знаете, как вода камень точит. Вот попали они под струю воды, ну их так стало размывать, и уже к 17-му году размыло так серьезно, там, допустим, вот в Австрии и так далее, потому что что здесь происходит? Ну, был такой пример, Виталий Товиевич Третьяков, главный редактор независимой газеты, деньги ему дал на нее там Березовский, еще кто-то, а все документы были оформлены на Третьяковой редакционной коллегии. Когда Березовский там эмигрировал, он пытался из Лондона в мельчайших подробностях там думал, советом, что делать, что не делать, Виталий Товиевич решил показать характер, и он сказал, что вы знаете, Борис Абрамович, я, честно говоря, удивлен вашими такими словами, потому что газета эта, она является достоянием всего авторского коллектива, она принадлежит редакции и, естественно, в том числе и мне, как главному редактору. Вот поэтому, конечно, большое вам спасибо за участие, за создание, финансирование. Но вы сейчас уехали в другую страну, и давайте на этом завершим наши отношения. На что ему Березовский ответил: вот, Виталий Тович, что вы говорите? Говорите совершенно правильно, мы с вами полностью согласен. Но вот смотрите, что получается. Все завязано на вас, да, то есть вы говорите, что вы определяете поведение редакции, вы определяете, кому газета принадлежит. Вот. И вам эта позиция кажется очень сильной. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Вот. Это же сильная позиция одновременно является очень слабой. Потому что если все завязано на одного человека, то ключом к решению проблемы является сам этот человек. Его, так сказать, существование или несуществование. Ну, он сказал более обтекаемо, но это еще умный человек, он, конечно, сразу понял. Сделал все возможное и невозможное, чтобы, так сказать, этого не произошло. Ушел потом с поста. Ну и молодец, сохранил себе жизнь. И до сих пор он играет большую, я считаю, очень позитивную роль в отечественной журналистике. Вот то же самое касается монархов, которые реально управляют государством, абсолютизм. Все завязано на одного человека, двух-трех людей, наследников, они определяют политику, значит, их жизнь уже не стоит ничего. Слишком много есть сил, которые выгодно их убрать. И они их убирают. До известных пределов этому там препятствовала религиозная обстановка, когда они были сакральными фигурами. И обстановка технологическая, связанная с трудностью перемещения, там и так далее, и так далее. Когда эти проблемы были решены в 19 веке, они стали все сыпаться, как перезревшие эти фрукты. Поэтому кто и зачем стал убивать аристократов? Да вот все и стали, кто мог дотянуться. Одному поэтому выгодно, другому поэтому выгодно. Выгодно наследникам, которые хотят убрать, так сказать, там, конкурентов. Выгодно еще кому-то. Ну, все как полагается.